Добрый день! С вами снова Нева Рум и Степан Полотенченко. Сегодня мы посетим довольно необычное место – музей советских игровых автоматов. Следуйте за мной! Это игровой автомат «Магистраль». Он выпускался с 1987 года на заводе «Нейдар». Перед нами представитель одного из самых популярных жанров игровых автоматов. Это советский пинбол. Он был выпущен в 90-м году. Сейчас я попробую в него поиграть. Автоматы «Охота» выпускались на Рязанском заводе с 1975 года. Конкретно этот экземпляр был выпущен в 1983 году. Перед вами легендарный «Морской бой». Это единственный советский игровой автомат, который я видел в детстве. Они выпускаются с 1974 года. Конкретно этот 78-го. Перед вами автомат «Снайпер 2». Они выпускались в городе Серпухове с 1979 года. Конкретно этот экземпляр 83-го. Игровой автомат «Зонд». Он выпускался с 1987 года. Посмотрите на него, он просто заполнен артефактами уходящих годов. Например, жвачками «Мамба». А вот здесь кое-что посложнее. Это советский игровой автомат «Снежная королева». Здесь перед нами полноценные электронные приключения.
Музей советских игровых автоматов – это как возвращение в детство. Надеемся, вам понравилось. Нам очень. Спасибо, что были с нами. Портал Неваруру.